Ты взялся за дело по поимке убийцы, который не оставляет следов. Я жду отчет, Хэма. На первой жертве мы выяснили, что удар был точным и что жертва была связана цепью. Чем была убита жертва, мы не смогли выяснить. Дело закрыто из-за недостатка информации и улик. Сейчас вновь убийство, так? Так точно. Убиты двое любовников. Один из них – это муж кобылки, которая вчера приходила ко мне и рассказывала о пропаже супруга. В этот раз у нас появились зацепки, и, возможно, мы выйдем на убийцу, сэр. Боюсь, у тебя ничего не выйдет, Хэма. Почему? Преступник ошибся. У нас есть возможное орудие преступления. Всю службу, всю карьеру, всю жизнь положу, чтобы найти этого убийцу. Так значит, это не пару дней назад все началось? Нет, Хэма, не пару дней. Сэр, чего хотел наш босс? Оказывается, убийства эти идут очень давно. А почему босс молчал столько времени? Я не знаю. Возможно, в нем еще была надежда на победу. Но мне он сказал обратное. Как вы нам и сказали, сэр. Мы прошлись по всем сектам. Ух, чего мы только не насмотрелись. Но ни одной из них нет того, что мы ищем. Жаль. Значит, зря потратили время. Сэр, вас что-то беспокоит? Неважно. Все, расходимся по домам. Рабочий день на сегодня окончен. А не зачастил ли ты к нам в гости, каратель? Туман сказал, что теперь я часть вашей семьи. Ты не приживешься. Тебе никогда не стать таким, как Туман. Я не хочу быть таким, как он. Я хочу быть лучше. В тебе нет ничего особенного. Ты это понял? А это мы еще посмотрим. Хэма, оставь меня. Я вне настроения болтать с тобой. Я ненадолго. Не нужно рассказывать мне, какие мы братья. Хватит! Наслушался! Мы разные! Разные! В общем, я хотел извиниться, но смотрю, ты правда не в духе. Я зайду попозже. Откуда это у тебя? Нашел на улице. Можно я возьму это? Нет, убирайся из моей комнаты. Ладно, я ухожу. Хоть бы это была подделка.